Добрый день. У нас в эфире программа «Додатковый час». И я, как последнее время водится в одиночестве, расскажу вам о том, что происходило в христианской футбольной лиге. На прошлых выходных состоялся 5-й тур. Всех хочу сразу поздравить с прошедшим праздником Пасхи. И тур этот был пасхальный, достаточно сложный. Команды играли в субботу и в понедельник, а в воскресенье, как это принято не только у нас, игры были запрещены, потому что люди должны были заниматься другими вещами, а именно отмечать праздник. В субботу состоялось 4 игры. Начну, наверное, с той игры, которая была самая первая. Это была игра между командами «Легенда» и «Хелс». Игра получилась достаточно скандальной. Есть вопросы у команд к арбитру матча. У арбитра матча тоже есть вопросы к командам, насколько я понимаю. Судил эту игру Виктор Ковтун. До этого я неоднократно видел игры, которые он обслуживал. В принципе, ничего особо плохого про этого арбитра сказать не могу. Почему так получилось в матче «Легенда» Хелс, я не знаю. Знаю только, что результат матча пришлось собирать буквально по крупицам, потому что организаторы «Легенды» не удосужились его сообщить в исполком ХФЛ. По этому поводу еще, возможно, будет какое-то разбирательство. В игре было показано 7 желтых карточек, 2 удаления. И Хелс достаточно неожиданно победил со счетом 3-1. Следует сказать, что открыл счет Хелс уже на 5-й минуте с пенальти. Борисевич Максим забил. После этого «Легенда» счет сравняла, но Хелс быстро вышел вперед и в концовке матча забил 3-й гол и одержал первую победу в этом чемпионате, покинув опасную зону. Надолго или нет, это уже другой вопрос. Но на данный момент Хелс с 3 очками занимает 12-е место. Следующая игра, которая состоялась тоже в субботу, это была игра, в которой встречался чемпион и новичок высшей лиги «Арсенал» 17-64. Игра получилась достаточно простой для чемпиона. 3 мяча Самсон забил в первом тайме. Причем 3 мяча были забиты буквально с интервалом, ну точнее сказать, за 10 минут. То есть на 31-й минуте Самсон счет открыл. И к 43-й минуте счет был уже 3-0 в пользу Самсона. И в принципе игра была сделана. Арсенал смог забить гол на 82-й минуте. Но по большому счету это уже ни на что не влияло. 3-1 Самсон победил. И Арсенал уверенно занимает последнее место в турнирной таблице. Следующая игра, тоже которая состоялась в субботу, это была игра «Атланта» с «Нью-Лайфом». Команды играли на Харьковском массиве, на поле на Вербицкого. Игра получилась для «Атланта» чем-то похожей на предыдущий матч с «Березняками». То есть ребята быстро открыли счет на 3-й минуте. Сбор у «Нью-Лайфа» уже традиционно был не очень хороший. По сути, команда играла без замен. «Атлант» много атаковал. По отзывам, имел несколько хороших моментов. Несколько раз мяч попадал в штангу, в перекладину. Но на 70-й минуте «Нью-Лайф» счет сравнял. И матч так и закончился в ничью 1-1. В четвертом матче встречались «Березняки» и «Благодать». Игра была очень интересная. Интереса добавляло, конечно, то, что с одной стороны «Березняки» на сегодняшний день занимали и занимают первое место в турнирной таблице. «Благодать» же приехала на «Березняки», имея подряд 2 поражения, чего с этой командой не было достаточно давно. Если вы помните, в анонсе тура я предполагал, что в этом поединке может быть ничья. Она в итоге и получилась. 1-1 сыграли «Благодать» с «Березняками».
Стоит сказать, что игра развивалась интересно. Первый тайм преимуществом владели Березники, но пропустили в концовке тайма гол после ошибки в центре поля. Во втором тайме интереснее смотрелась Благодать. Это я связываю с тем, что несколько травм было, и у Березняков вратарь травмировался основной, и несколько защитников травмы получили. В общем, Благодать имела преимущество и тоже пропустила гол. Тоже после такой достаточно нелепой ошибки игрок элементарно не попал по мячу, и Кияшка счет сравнял. В целом, наверное, обе команды остались ничьей недовольны. Хотя, мне кажется, что скорее Березники заработали очко, чем потеряли два. Две игры прошли в понедельник. Старс принимал Динамо Отрадный. Принимал очень условно, потому что игра состоялась на Казак-арене, где традиционно принимают динамовцы. Честно говоря, я считаю, что это большая фора. Тяжело играть на Казак-арене с Динамо Отрадным. И то, что эта игра номинально была у Старса домашней, я сомневаюсь, что они чувствовали себя там как дома. Скорее, себя дома чувствовали их соперники. И динамовцы в итоге победили. Первый тайм закончился 0-0. А в начале второго тайма Куликов забил два гола. И Динамо Отрадный победила со счетом 2-0. Последняя игра тура. Оптима Фарм на Харьковском принимала Катран. Команды долго не могли определиться с временем и с местом проведения игры, но все-таки она состоялась. Состоялась на Харьковском. В прошлом туре, в четвертом, у Оптима был удален вратарь. Я не знаю, насколько ребята нашли хорошую замену этому удаленному вратарю, но после первого тайма счет был 4-0 в пользу Катрана. В принципе, в первом же тайме игра была сделана. Во втором тайме команды обменялись голами, и Катран победил со счетом 5-1. Если проанализировать турнирную таблицу, то, несмотря на то, что лидерами номинально остаются Березники и Атлант, можно говорить о том, что несколько команд по потерянным очкам лидеров уже догнали и, в принципе, даже имеют более выгодное положение. То есть Катран, Динамо Отрадный, Интер. Эти команды могут при удачном исходе пропущенных матчей не только догнать, но и обойти лидеров. Поэтому все еще очень интересно. Определенности в турнирной таблице пока что нет. На этом с анализом закончим и чуть позже начнем анонс следующего.